Изменение параметров автозаполнения. При заполнении формы для сохранения и предложения только нужных данных можно настроить автозаполнение. Можно выбрать автозаполнение для веб-адресов, полей форм и паролей, или не использовать их вовсе. Можно также удалить добавленные элементы автозаполнения при разработке формы. Можно указать, включено или нет автозаполнение для текстового поля формы. Давайте выполним следующие действия. В меню «Сервис» выберем команду «Параметры». На вкладке «Общее» откроем свойства обозревателя. В свойстве обозревателя откроем содержание. В графе «Автозаполнение» откроем параметры. Здесь мы видим, что как используется автозаполнение. Для веб-адресов ставим галочку, и теперь будем делать автозаполнение для форм, имен пользователей и паролей. Говорим «ОК». Для того, чтобы отключить автозаполнение, нужно снять флажки в соответствующих группах. Удаление предыдущих элементов автозаполнения. Опять выбираем «Сервис», «Параметры», «Общие», «Свойства обозревателя», «Содержание», «Параметры». Снимаем то, что хотим убрать из автозаполнения. Удаление истории автозаполнения. Чтобы удалить, необходимо вернуться на вкладку «Общие», «Общие», выбрать «Удалить данные веб-форм». Так, закроем все, что мы тут делали. Теперь произведем включение и отключение автозаполнения для элемента управления текстового поля. Для этого нам нужно оказаться в режиме конструктора. В компьютере, повестка собрания, берем. Дважды щелкнем на поле, которое хотим изменить. Идем на вкладку «Отображение». Можно установить или снять флажок «Включить заполнение». Кроме этого, в Office InfoPad используется средство автозавершения, предоставляемое от Internet Explorer, которое хранит предыдущие элементы, введенные в поля при заполнении формы. Если автозавершение включено для поля формы, то при вводе в поле нескольких первых знаков вводятся возможные совпадения на основе элементов, введенных ранее. Нужный элемент можно вставить, либо продолжать ввод в поле, если ни один из предложенных вариантов не подходит. Таким образом, для нашего поля «Организатор» у нас включено автозаполнение. Окей.